Отопительный сезон стартовал в селах Тигиль и Седанка на Камчатке. В селах Атласова и Долиновка топить начнут 15 сентября, рассказали в Камчатскэнерго. Потребители в населенных пунктах Пенжинского района начали получать отопление с 5 по 10 сентября, а школы и детсады начали отапливаться с 31 августа. В образовательных учреждениях сел Манилы, Толовка и Каменская отопление не отключалось все лето. В селе Никольское Алеутского района отопительный сезон и вовсе не прекращался. Там отопление отключали всего на 2 недели для проведения накательных ремонта и профилактики. Энергетики также сообщили, что за время подготовки к отопительному периоду были проведены все мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В течение месяца на отдельных зданиях и сооружениях завершатся работы, не влияющие на качество теплоснабжения. По заявкам руководителей, в зданиях образовательных, медицинских и других учреждений специалисты провели гидравлические испытания внутренних инженерных сетей.